Привет еще всем, друзья, с вами Тирнит и... Эдисон, всем привет! Да, и мы играем на новенькой сборке, называется Minecraft Mining, мы так сокращенно называем. Суть этой сборки в том, что у нас просто дохренища здесь данжей. Оружие, охотиться... данжи, да. Да, просто дохренища. И мы будем охотиться за сокровищами. Да. Такой вот. Но прежде чем, естественно, мы это начнем... Конечно же, нам нужно развиться, потому что там нас ждут очень многие разные мобы, и там, естественно, и боссы будут очень сильные. Ну да, по 300 спавнеров в одном данже, как бы, хотя бы железную там, железный меч нужно. Да, в общем, работа нам будет не проворот, так сказать, друзья. Да. Серьезно. По поводу дома, думаешь, где-то будем строить какой-то дом? Да, дом, естественно, но надо же будет сокровища туда приносить. Ну, в принципе, да. Пока еще не знаю. Можно, в принципе, здесь будет потом разровнять, так вот. Или здесь, или, я думаю, где-то ближе к данжам каким-то, чтобы так вам долго не бегать. Хотя, да хрен их знать, эти данжи, где они находятся. Просто пусть данж здесь, дом, например, будет, а мы сами уже будем сюда идти, что будет. Ну да. В принципе, тут еще есть телепорт по вейпоинтам. Я думаю, тоже можно будет телепортироваться. Да. Ну, вот, в принципе, так что, в принципе, нормально, что если у нас здесь будет дом, так что будет нормально. Да. Так, реально. Да, я метку тогда сразу здесь поставлю. Так, сейчас я тоже. Дом. Готово. Так, все, метка здесь, ну, прям лучше такой вверх. Так, ну все, в принципе, все по стандартному, ребят, ну, в принципе, я думаю, у нас еще мод стоит репетитор, вот что самое интересное. Так вот, мы, в принципе, в самом начале, я думаю, если вы не будете против, то что мы вначале просто так вот подобываем ресурсы и так далее, а потом мы это будем все делать за кадром, хотя я не думаю, что... Хотя, я думаю, даже не будет нужно, так как в данжах и так куча ресурсов, поэтому... Ну, нам в первое время вот так вот понадобятся ресурсы, а потом мы просто будем банально ходить защищать все данжи. В основном тут будет этот мод строиться на том, что здесь просто будет просто море эпика. Да, море монстров, море данжей. Мы просто оценили все эти данжи, это просто что-то с чем-то, там огромнейшие замки, подводные царства, там подземные царства. Корабли, там острова пиратов, всякое такое. В общем, мод обещает быть действительно эпическим, потому что я лично уже устал от покемончиков, уже устал от этого сюкаться. Нет, естественно, я к ним потом вернусь, но я пока что, ну, не хватает мне вот этой вот жилки, опасности. Да. Как раз этот, скажем так, эта сборочка нам даст. А, по поводу сборки, ну, я не знаю, мы ее выложим, естественно, наверное, да? Я думаю, да. Где-то так на третьей серии, я думаю, уже ее выложу. Да, так что сразу не ищите, не кричите, типа, дайте сборку. Нет, друзья, придется подождать чуть-чуть. А потом... И суть в том, что вы еще даже не знаете, что тут содержится, какие моды, поэтому... Еще, да. Ну, я думаю, в шахту пойдем или нет? Да сейчас надо дом сделать. Вообще было бы, конечно, в идеале найти овец. Вот это было вообще, в принципе, самое такое идеальное. Найти овец, сделать сразу кровати, и я не знаю. И просто я всегда вот переживаю за кровати. Я вот очень переживаю. Ну да, и может немного покушать. Семена хлоп. Что он делает? Ух ты. Мешочек семян хлоп. А что это делает мешочек? Что-то... Ну, я не знаю, что этот мешочек делает. Я тоже не знаю. Не знаю, я посмотрел, он вроде там ничего не делает, этот мешочек. Ну, как-то, окей. Так. Ну, я пойду овечек поищу, и может что-то покушать. Давай, здесь пока повыравниваю эту всю поверхность, и, возможно, сделаю, не знаю, что-то наподобие дома. Хотя, какой обман, я сделаю просто обыкновенную коробку. Ну, это как бы на начале только, а потом может что-то и получше. Да, можно будет потом, например, прийти в какой-нибудь замок, просто выгнать оттуда всех мобов и сами там обосноваться. Да, тоже возможно. Типа сказать, ну пошли вон отсюда, наш дом. Да, вот такие дела. Так, еда есть? Ну, немного, еда. Конечно. Не, я вижу, в принципе, крышку, я могу, в принципе, меч надо сделать. Меч. Овечки. Я забыл, тут можно деревянную еще броню сделать. Наш такой мод интересный. У нас тут мобов, кстати, модов не так уже много, сколько там, примерно 20-25? Да, 25-27 вроде, если точно. Ну вот, где-то так вот моды, так что, в принципе, не такое большое количество. Все самое такое необходимое. Индикатор, как крафтится, ну и, естественно, данжи. Да. Вот. Он, в принципе, вы видите, я не знаю, вот вон одна башня, вон вторая, да. Там вот третья, это все данжи. Вот. Тут их просто огромнейшее количество. Может, пока ты рассказать что-нибудь о данже, который ты видел? Я, в принципе, такие же видел даже, как и ты. Не, ну давай ты расскажи, потому что я сейчас вообще не затыкаюсь, ничего такого. О, нет, сейчас сначала я овечек нашел. Я не знаю, я какую-то хрень нашел зеленую, только я не знаю, что оно такое и зачем оно вообще нужно. А что оно такое?
А, это черника. А что, черника? Тут у нас оказывается еще. Да, реально, тут стоит мод еще. Nature или как там она называется? Что-то природа. Но биомы, биомов, конечно, новых там нету, но есть там новые деревья и черника, вот клубника, еще что-то такое. Ну я вот чернику нашел, я это понимаю, что кушать можно или что? Да. Но она, конечно, только по полу вот это и голову. А, тут можно прямо ягодное попури делать. Или попури, не знаю, как оно, ежевика, малина еще. Че это? Вредная ягода. Охо. Тут такие попури. А саму можно ежевику есть? Нет, сейчас попробую. Да, можно есть. Ну я да. Надеюсь, я не могу понять. Есть, потому что немного подглючило или что это. Да, что-то подлагало чуть-чуть. Оу. Бывает. Ну да. Меня выбило, а тебя? Меня нет. Тогда пауза. Да. Прошу прощения, меня тут выбило чуть-чуть. Не знаю, будет ли это часто случаться или нет, но надеюсь, что такого часто у нас не будет случаться. Просто очень все так нагружено. И мы не знаем, как оно все будет. Ну что, ты нашел 6? Только одну. Одну. Ну, это ладно. В принципе. Так, я тут свинок поубивал. Сколько у меня уже? 4 свининки. Нужно камень найти еще, чтобы пережарить, чтобы нормально все было. Так, давай я тогда... А, я так, кстати, не проверил, можно ее кушать или нет, потому что мне тогда залагало. Можно, я уже покушал. Да, можно. Ну, так по чуть-чуть подостанавливает, но зато быстро кушается. Я сейчас сам бы с удовольствием бы скушал бы. Что это, черника, да? Черника. Куст... А, еще можно ее выращивать, наверное, с этих кустов? Да, вроде можно, точно не знаю, но... Надо так, поставить один куст и посмотреть, он вырастет, он потом здесь или нет. Давай я тогда в шахту спущусь. Немного камня накопаю. Окей. Так, ну я же говорил, мне надо этот... Да, вообще немного камня нужно, потому что без камня как-то вообще не жизнь, не камильфо. Хотя бы, чтобы печку сделать. И по кирке, может. Да, кирки там, этот, лопаты. Ну, не знаю, сколько там... Где-то 20 камня, думаю, будет достаточно. 20, где-то 25. Угу. Так что там особо так много и не копай этого камня. Может так вот чуть-чуть понакопать, в принципе. В принципе, я уже первый данж нашел. Видишь? Вниз копал, и тут уже нереальная куча всего. Ну тут данж на данже, так что я не думаю, что у нас тут вообще будут проблемы с том, чтобы их искать, эти данжи. Так, за мной уже кровосос бежит. Кровосос? Граф Дракула. А, вампир? Да. Ну да, есть такое. Ты его убил? Нет. А, ты телепортировал? Ты пэхнулся. Нет, не хватит, 14 дерева, не очень много. Дерево, камня. 14? Нет, еще накопаю немного. Да. Накопай. Да хотя, в принципе, на кирку, на топор и на лопату хватило бы, а вот на меси нет. И на печку тоже. Да, вот на печку тоже не хватит. На печку, я не знаю, наверное, надо на 2 печки. У нас глянет, не знаю, но я сейчас уголь добываю, немного, конечно, но немного есть. Угу. Окей, это хорошо. Мне, знаешь, что больше всего нравится? Вот так вот, я не знаю, у нас сначала маленький дом, потом, конечно, такой огромный, наверное, сделаем такой, чтобы, не знаю, компенсировать. Ну да. Так, мне кажется, потом у нас слишком много сундуков будет со всеми ресурсами с данжей. Да, со всей нашей добычей. Мне вот просто что хочется, я люблю обычно смотреть, когда вот приходишь на какую-то местность, типа, смотришь, как она вот такая действенная, ничего тут типа не было. Uh-huh. И потом посмотреть уже в конце, как мы ее типа обставили, как она так изменилась, это мне очень нравится. Я думаю, это просто... Будет точно так же и на этой территории, потому что я тут уже равняю поверхность для нашего дома. Mm-hmm. Конечно, сначала будет маленький этот домик. Ничего, в принципе. Не, ну в принципе действительно можно тут обосноваться, так как телепорты у нас есть, если что, можем тпхаться. Да. Ну поначалу так обосноваться. Потом пойти сейчас, естественно, там понакопать хотя бы того же железа, не знаю, чтобы хоть как-то чуть-чуть приодеться и пойти хоть какой-нибудь маленький какой-нибудь данжик. Я не знаю, правда, какой мы пойдем. Не знаю. Можно попробовать в башню пойти сразу. Да, я можно. Я думаю, как раз это такой данж, где не куча мобов, но и не очень маленько. Да я вот не знаю, какой из этих данжей такой более-менее нормальный, потому что, хрен его знает, потому что я не знаю этих модов, ты, наверное, тоже их не знаешь. Я тоже не знаю. Но так я что... знаю, что эта башня не такая уж сильная, но там наверху есть сильный босс, поэтому... Так что для нас это все будет впервые, друзья. Да. Мы вместе с вами впервые это все так на себе ощущать, это подобное. От вас всего лишь требуется просто комментировать, потому что мы, естественно, будем читать ваши все комментарии и ставить, нас поддерживать лайками. Все. Да. Радоваться.
Тут еда есть, так, если тебе нужно. Ага, сырая свинина. Ну, я тоже туда закинул свинину. Да я думал, подожди, у тебя еще камень есть на еще одну печку? Да, есть. Сейчас сделаю. Шерсти реально нету, нужно немного. Я взял пол этого, пол угля и пол этого. Ставь рядом. Угу. Так, так, все отлично. Там деревья, саженцы. Да нафиг тебе саженцы, если честно. Тут деревья, в принципе. Потом просто найти какой-нибудь этот, как он называется там. Забыл, биом джунгли, во. Угу. Найти просто джунглийский биом, семена ячменя, прикольно. И с этого, как он, джунглийское дерево взять, и саженцы, и просто высаживать, и потом рубить, и все делать из этого дерева. Ну да, да. Потому что там дофигища будет. Опа, не понял, что-то не дорубили дерево. Я тебе кирку сделал, и сейчас, наверное, по мечу. Да, можно по мечу. А, я землю не всю, надо еще земля. Надо вот выравнивать, выравнивать, выравнивать. Я люблю, когда оно все так выровняется, все так красивенько выложено. Так. Да. Так. Ну тут, конечно, сами вот можете посмотреть. Сейчас вот я его нажму. Где тут? А, это не то, кстати. Это. Ты вообще не туда зашел. А что ты ищешь? А, да я хотел показать просто, сколько тут разных модов. Ну, в принципе, не так уж и много, но я думаю, что оружия и броньки хватит. Так, items. А, нахрен с ним. не выходит показать. Yeah. Ладно. Ну, в общем, нет, тут очень много оружия. Самое интересное, тут очень много оружия. Вот. Ой. Ну, курица. Так. А ты мясо все позабирал? Ага, сейчас на тебе половину. Так. Я сейчас тут еще ящики поставлю, в принципе. У нас-то есть чего их делать. И начну строить дом, хотя мне, наверное, не хватит. А, подожди, еще есть камень или нет уже камня? 6 штук. 6? А, сделай мне, пожалуйста, топор. А, ладно, я сам сделаю, спасибо. Отлично. Я, если честно, даже в пещеры боюсь спускаться, потому что... Я только спустился, там на меня всякие чудища напрыгнули. Я понимаю, о чем ты понимаешь. Так, 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 топор. Ну, хотя бы, чтобы пойти в эту башню, я думаю, на минимум железный меч нужен. Броню можно сделать, я же говорю, из деревянной, да. Но я не знаю, как она будет защищать вообще. Я сейчас вот накопаю, кстати, дерево побольше и посмотрим, что оно будет. Уголь или нет? Уголь нам нужен? Естественно, нам нужен уголь. Не, просто тут куча, не знаю, много копать нет. Вообще, нам надо будет по-любому алмазный топор, вот что я понял. То есть, вот этот рекапитейтор, он такой жирненький мод, скажем так, который очень требует. Но он равноценно забирает топор и равноценно он рубит. Да, да. Но все равно жизнь облегчает очень сильно, так что по-любому нужно будет алмазный меч. Ой, топор. Но, я думаю, с алмазом у нас вообще проблем не будет, когда мы будем башню вот, зачистить. Да, я тут самое, так думаю. Да, самое главное, это первую башню зачистить, а потом, я думаю, уже все как по маслу пойдет. Так, 16, вот, что у нас тут. Подожди, что она мне не показывает? Ага, а где показано, что броню можно с него сделать? Я не понял. Ну, по мечу у нас уже есть, как я понял. Подожди, ты добавил мод, который уравнивает это все типа в инвентаре, да? Да, буква R. Воу! Тут ко мне чувак какой-то пришел. Воу! Воу! Что он со мной делает? Ох ты, фига себе, у него 80 хп. Ё-моё, он меня убил уже. Охри. Да там еще и друг его пришел какой-то. Охрененное начало на спауне сразу. Да я в шоке, что вообще происходит вообще. Он там берет, подкидывает просто, не знаю. Ну ночью, как я понял, ночью тут лучше прятаться. Да, это просто жесть. Не знаю, можно на них смотреть нельзя или еще что-то. Блин, у одного 64, у другого 80 хп, что-то непонятно вообще творится, мне слегка подлагивает, и я опять умер. Боже мой, непонятно, что творится. Просто непонятно. Это не подлагивает, это у него какой-то... Твою ж... Да нет, меня именно подлагивает вроде бы, потому что я не могу понять. Да, меня слегка подлагивает, у меня вот ничего не берется. Пришел именно такой парень борзый. Вот тут еще что-то такое огненное, ё-моё. Что вообще происходит? Так, оно, подожди, разлагало меня? Да, разлагало меня. Да ну нафиг. Я даже вещи свои. Да иди ты. Да я понять не могу, что здесь происходит. Я бегать даже не могу или могу. Он когда тебя бьет. Позабирать... Ух. А где мой меч? Где мой меч каменный? Они что, забрали все вещи, что ли? Да нет. А, вон нашел. Ой, я вниз куда-то упал.
Я уже где-то три раза просто упал. А, я вниз упал просто. Куда вниз? Благо у меня есть кирка. Да я пытался допрыгнуть до дерева, а оказалось, что там была пропасть, я просто в пропасть упал. Криперы. И это реально, что это за огненная фигня? Нет, криперы. А, вон уже, да, крипер пришел. Еще огненная фигня, да? Слушай, может давай какую-нибудь коробку построим? Я же пытался начать, что я не знал, что просто они все набегают. Да, блин, надо было факелы, наверное, здесь понаставлять, чтобы они не спавнились, что ли. И где сейчас крипер? Пошел вон, крипер. Так, я тебя сейчас разложу. Стой, не взрывайся. Все, отлично, охотник на монстров есть, отлично. А, он деревья поджег. Вот эта маленькая скотина. Я не знаю, это ты подошла, да? Ой, это что-то с ней взял. Так, я уже дальше. А, вот кто подожжёг. Я не знаю, где мои все ресурсы, не представляю даже. Я много чего собрал. Но я где-то вообще умер, непонятно где. О, тут вампир пришел. Ё-моё, вампир, иди вон отсюда. Нет, плохой вампир. Плохой, я не хочу умирать. Нет, ай. Убей его, у меня до сердечка осталось. А у меня вообще оружия нету. На! Ура. Блин, там что-то выпадает, по-моему. Это просто жесть, что творится. Просто жесть. Да, давай какую-нибудь коробку построим. Подожди, а броню можно сделать? Можно. А, уже нельзя, кстати. Наверное, ты какой-то мод убрал, чтобы с дерева можно было делать броню. Наверное. А, так, вон еще один вампир, да ё-моё. А, у меня было стак дерева. Все мое дерево коту под хвост. Так, я думаю... Постой, какой-нибудь сейчас такой делаю. Я лучше буду к тебе тпшиться, чтобы не умирать каждый раз. Так. Офигеть! А там столько мобов. Где там? Ну там, где мои вещи. И они все. Не, сюда не бегут, но, в принципе. У меня меча нету. Сейчас я сделаю. А мне дерево нужно, у меня дерева не хватает. На-на-на-на-на, сейчас. Вот, у меня стак есть. Даже два стака. А что, пометка, можно друг к другу телепортироваться или что? Нет, я с помощью команды. А, уже читеришь в самом начале, да? Да я там умер 4 раза или сколько, и... А, ладно, пойду себе меч сделаю. Он... Закрывай. Он сюда бежит. Кто? Я не вижу никого. Да какой-то... А, вампир? И вампир, и... Нет, уже не бежит. Так, ну, я думаю, так вот, по крайней мере, просто сделать такой, грубо говоря, заборчик, а не дом. Например, да. Пробка. Самое обыкновеннейшее. Да. Профукал всю свою еду, что у меня было, профукал... У меня есть 12 котлет, так что нормально, в принципе, я могу с тобой поделиться, так что все будет нормально. Но просто то, что как они вначале начали на нас атаковать, это просто жесть. Мы что-то так же никаких не дошли, но тут уже начал. Да, и в первой серии я уже 3 раза умер, или 4. Так, я дверь запилю. Так, где мой меч, где мой меч? Вот, дверь есть. Ух, нет. О, день, по-моему, настает, отлично. Да. Что-то радует. У меня одно сердечко до сих пор надо поесть, потому что это просто жесть, я не знаю. Там брусника, черника. Фу, это да. Просто, я не знаю, это было весело. Это просто весело, я какую-то фигнюшку взял. Блин, почему я не могу посмотреть, как я с ней что-то крафтить? Ты вот этот мод добавил? На букву R добавь, нажми, точнее. То я нажимаю, значит, его не надо ничего крафтить. Ага, вот оно чем используется. Light Orb, а зачем она, этот Light Orb? Ага, ну непонятно, зачем надо. Понятно. Так, вот это выкинуть. Не надо. Кирка вот это сюда. Надо потом можно будет выкинуть. Топорик сюда, это сюда. Так, черника сюда. Угу, в принципе, так, тут все нормально. Камень. Так, вот, ладно. И... Так. Еды вообще нету. Так, на тебя. Я вон выкинул. Плюс еще в этом в сундуке там еще 2 яблока лежит. О, да, спасибо. Так, тут в сундуке нет. Ладно, покушаю и иду себе хотя бы меч сделаю. А то. О, кстати, у меня тут есть железо, 9 штук. Уже. Ага, горит вампир. Скотина. А вот этот чудик. Нет. Бежим. Я бью. Убьешь его? А не, подожди, вампир не горит, другой горит чудик. О, нормально, его. А, это тролль! Вот это кто. Фига себе, я в него меч свой сломал. Да давай, он с тобой гонится. Они все выбежали. Блин.
Я думал, я сейчас с одним троллем буду драться, там тупо все повыбегали. Мне просто интересно, кто ТНТ заспавнил и пол нашего дома взорвал. ТНТ? Да. Там может после кого-то оно появляется. Где? Кто? Что взорвало? Я не вижу, чтобы что-то взорвалось. Ну, меня опять лагает. А где ты? Там меня как обычно подлагивает после того, как меня убивают. Это бывает такое. Да здесь я рядом вроде. Во. Все, вот на твои. Ну, зато уголь мы нашли. Так, что тут твое, я не знаю. Я поднял все. Ну сейчас будем, в принципе, разбираться. Ладно, в принципе, на этом серия подошла к концу. Да, я думаю, да. Первая серия уже такая. Эпичная. Да, я. Данжи. Мы тут ночь не можем пережить нормально, блин. А тут данжи уже защитим еще что-то. Так что так вот. Ладно, друзья, в принципе, на этом серия подошла к концу. Если вы на наши каналы впервые, то подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на Эдисона. Оставляйте свои комментарии, ставьте большие пальцы вверх и увидимся в новых сериях. До новых встреч. Всем пока.